Всем добрый день, друзья! Сегодня мы с дочкой. Всем здрасте! Зашли в кафе, пообедаем и... Это не кафе, это ресторан. Ну, ресторан. Китайский подобный. Что хочу сказать, на улице такая классная, потрясающая погода. На улице настоящая весна. И жизнь прекрасна. Мне да? даже нравится... По-моему, это первая весна такая самая. Самая какая? Самая горячая. Потому самая что... твоя любимая весна, да? Потому что вот вы видите, то что у нас снега уже нет. Вот. Да, это... да, сейчас мы пообедаем с дочкой. И потом мы поедем. У нас сегодня с 17 до 18.00 будет вокал. А вот в этом промежутке до 17 мы приглашаем в офис. Так, ну что, Софья, смотри, давай, выбирай, что там есть. Меня заинтересовало, смотри, что. Суши кайса. Мам, меня заинтересовали суши кайса, вот это вот. Это типа суши с... как это называется? Такая трава или как там, подводная. Водоросли, с водорослями. Да. Угу. Суши лосось интересно. Меня еще заинтересовало суши с лососем. Угу. Дальше мне заинтересовало чука с кальмарами. Чука с кальмарами? Чука. Угу. Это такая трава, походу, сказали, но водоросль была. Но. И так вот, меня еще заинтересовали. Что там мне еще заинтересовало? А, цезарь с уткой. Угу. Есть сок у него, есть с уткой. Есть вообще салат с курицей и чукой. Но мне цезарь с уткой заинтересовал. Угу. Чука с кальмарами. Дальше. Суши кайса. Слушай, что-то, по-моему, ты больно много набираешь. Нет, я просто тебе говорю, что мне что тебя заинтересовало. Да. И что-то давай будем выбирать из этого, да? Я тебя снимаю уже. Итак, мы выбрали. Цезарь с уткой для меня, маме салат с мидиями. Интересно. Да, я буду салат с мидиями. Мы будем делиться. Чука с кальмарами мне, а маме мидии с овощами. Так, у меня же мидии. С овощами. У меня же мидии. Дальше. Мам. Мы что-то забыли. Мы петь забыли. Ага, закладка уже тут. Пеликан. Сироп, сок, лимон, клубника, бананы. Это мне нравится. Я выбрала себе. Я влюбилась в тебя, пеликан. Так, ты выбрала, да? Да. Так, а я тоже что-то сейчас себе выберу. Не знаю, что пока еще. Не, это не смотрим. Нет, ничего из этого нет, мама, нет. Это спиртное. Нельзя. Мы не пьем спиртное. Нельзя. Вот давай, вот что-то из этого давай. Так, коктейли различные. Вкусный, как жвачка, но полезный. И сок можно. Давай выбирай. Тогда выбери что-то. Ладно, все-таки много не будем заказывать. Надо со всем этим справиться, потому что... мороженое. Так. Сейчас я тебе перечислю, что мне нравится. Мохито, обычный клубничный вишневый вариант классического лимонада на карибаски что-то там. Пина колада. Кокос, ананас, сливки. Кокос, ананас, сливки. Чё? Может, тебе вот это? 65 стоит. Ну, Софья, я сама себе тогда выберу. Ладно, ты сейчас пока себе посмотри, выбери. Я уже пеликана влюбилась. А, самый первый, который, да? Ну все. Пеликан это мне добавил.
цезарь с уткой на утро. Он у нас по бизнес-ланчу только с курицей есть. Ну тогда давай, дальше смотри. Салат с мидиями. Чука с кальмарами. Мидии с овощами. А на гарнир что-то надо к этому? Так, тогда какой-то салат тебе нужен, другой будет, получается, да? Салат со свиной и... Цезарь с уткой, вы говорите, только по бизнес-ланчу, да? У нас утки вообще нету, просто мне не перепечатали, у нас везде, где утка, курица нет. Салат со свининой и дайкон, наверное, тогда это 770 рублей. Что это, который? Салат... А, со свининой. Угу. Есть он? Так, получается, мне салат с мидиями. Тебе, Софья, с... Со свининой. Так. Чука с кальмарами, мидии с овощами. Мне опять свинину с... Нет, не свинину, мидии с овощами. Так, и попить, да? Попить что? Мне пеликан, а маме пина колада. Что это? Пиноколады безалкогольные делать? Безалкогольный. Ага, что там, посчитай, почитай состав. Сейчас кокосы, ананас, сливки. Угу. То есть его же можно еще и с алкоголем, получается, да, делать? Нельзя! Фу! Нет, я так на будущее потом поинтересовалась, вдруг мало ли. Нельзя! Напитки, да, давайте принесите. Все это будет салат с мидиями, чука с кальмарами, мидии с овощами, салат со свининой, дайкон, пеликан, пиноколады. Да. Довольный ребенок. Короче, все, теперь я Альяна Морозова. Кушать быстрее хочется, да? Да. Я есть хочу. Есть. Я от тебя, ты ко мне. Я от тебя, ты ко мне. Софья. Это крок-глок-глок-глок. Так, она спрашивает, пошла, да? Да. Тогда готова будет? Ну, пойдем туда поближе, подойдем. Сейчас ведь ответ скажут тебе. Да, минут 20. Нет. Нет, нетерпимо. Вот такое у нас тут уютное местечко, да? Такой диванчик клевенький. А, прохладно становится, да? Так, ну все, всем отличного дня желаем. И супер незабываемого вечера. У меня мурашки. Холодно стало тебе уже, да? Так, Софьино блюдо уже готово. Как оно у тебя называется, дочь? Со свининой ведь, да? Это свинина салат у тебя? Салат со свининой вроде как так. Ну как? Вкусно. Так, свинина, мясо. Потом что здесь еще находится? Что я забыла состав? А, свинина с овощами и что-то еще. Ну как? Так, а мне должны тоже попозже принести моё. Софья, приятного аппетита, дочура. Спасибо. Я-то тебя этого ждала попозже. Попозже ждала, да? Видишь, как я пораньше даже тебе сказала. Угу. Софья, что это, как называется? Это твоё же? Это чука с кальмарами.
Щука с кальмарами. Не щука, а чука. Да. Щука с кальмарами. Это водоросль. Чука это водоросль. Чука это водоросль такая, да? Да. Ну как, ты пробовала уже? Что? Софья, вкусно? Пробовала? Давайте попробуем. Так, это кальмарчик. Это кальмар. Вкусно. Мягко? Мягкий. Угу. Так, а вот это вот мое блюдо. Это оно, мидии. Помнишь как? Мидии. С овощами. Мидии с овощами. Мамочка, можно мне одну мидию? Попробуй. Я сама попробую больше. У соседа всегда вкуснее, да, дочь? Что, вкуснее, правда, у меня? А ты мне кальмарчика дашь попробовать? Посмотрим, у кого вкуснее на самом деле. Ну вот, наконец-то нам принесли хлебушек. Мы поняли, что мы забыли хлеб. Это салат из мидии, а это мидии с овощами. Угу. И подобное как-то.